Музей современного искусства «Эрарта». Владимир Шинкарев. «Мрачные картины». Здесь кроется не сразу видный перевертыш. Сумрачный колорит холстов Владимира Шинкарева и впрямь лишен скачущего оптимизма, в котором мы все так нуждаемся. Но здесь картина иного свойства. Поразительная точность поэта, не совравшего ни на полвздоха, и цепкость наблюдателя, которому миражи Петербурга открывают что-то настоящее, тайное, неочевидное, корневое и мучительно прекрасное. Не всем Петербург нравится. Его серая меланхоличность и бессолнечный дефицит витамина D могут навевать уныние. Но те, кто способен воспринимать его особый дух, знают, что нарочитая силуэтность и фантомная причудливость его контуров приоткрывают уникальную, отстраненную, философскую и медитативную поэтичность. В свое время Шинкарев придумал самопонятие «митьки» — теплое слово, обнимающее собой странное братство местных художников с их необязательной грубоватой манерой, детской силуэтностью образов, инфантильным братанием и улыбчивым обаянием. Я придумал абсурдное, завораживающее слово «митьки» и засмеялся. А затем, четверть века спустя, сам себя выморал из этого сообщества. Все проходит. Прошло и время митьков, с их фольклором и характерностью. Шинкарев оказался живее и требовательнее к себе и тому, что делает, по сравнению со своими бывшими братками, несколько закосневшими в привычном шутовском мире условностей. В итоге он не только сохранил маргинальную самобытность, но и возвел ее в ранг чего-то особенного, звенящего в своей кажущейся простоте. Музей Эрарта уточняет, что экспозиция собрала работы последних лет, которые лишены надуманной объединяющей концепции. Это картины реального мира, города, с характерной питерской хмарью и зыбким, почти метафизическим светом, объединенные интонацией непрямого высказывания. Каждая из них – сумма жизненного опыта и знаний художника о мире. Конец цитаты. Выставки живописца проходят в самых разных местах мира – в Петербурге и Киеве, Лондоне и Нью-Йорке. И самые разные собрания берегут его работы – Эрмитаж и Русский музей, Третьяковка и Эрарта, Лондонский музей Виктории и Альберта или Зиммерли арт-музеум в Нью-Джерси. Он не только живописец, он также автор книг, стихов, рассказов, сказок, сценариев, романа. Он, наконец, книжный иллюстратор. Живописная аскеза – это мощь немногословия, у него явлена какой-то удивительно метафоричной силой. Время без времени. Это можно сравнить с японской поэзией, когда за ничтожным сюжетом, случайным и проходным, мелочью, не стоящей внимания для нас, полных важной суеты, кроется нечто большее, поднимающееся до высот благородных обобщений, почти сказаний. И слово «созерцание» тут оказывается родным. Когда вы останавливаетесь против такого холста, то не сразу понимаете, что попались. Доверились поэтическому флёру, который обнимает и вовлекает ваши чувства в знакомую и незнакомую и реальность. Об этом трудно говорить, переводя краску в слова, но это легко увидеть. Мнимая пессимистичность этой живописи обманчива, как и ее легкомысленность. Художник говорит, что обычно на один холст у него уходит около 2 месяцев работы. Это не спонтанный, этюдный, экспрессивный, сиюминутный выплеск впечатления, как может показаться, а кропотливое сохранение его, вычищение от болтливости, дистилляция до состояния мифа, до обволакивающего гипнотизма сна, до превращения в иконографический образ, сродный именно поэзии. И при этом, безусловно, хирургически точный в своем странном реализме обобщений, без буквальной дотошной реальности. Здесь можно видеть тончайшее вышелушивание самого сердечного зерна, самого теплого смысла, самого сокровенного переживания. Не блистательный и самовлюбленный мир поверхностных отношений, не мимимишно-розовая романтизация миражей,
не безразличие фотофиксации, а тонкий диалог глядящего и того, что ему открылось. Колорит работ Владимира Шинкарева всякий раз припечатывает единственно верный образ, удивительно точный слепок петербургских самоощущений. Тончайшие, перламутрово-серые градации, словно припыленные и подслеповатые, или пшенично-легкие охры в свету, или густые набрякшие медовые переливы, сумрачно-сливовые тени, землистые желто-коричневые цвета с песочно-грибной, будто иссохшей побежалостью, тяжелые и зелено-умбристые тона древесной коры, сияние желтушного света или стылых подмороженных белил — все это завораживает, как молчаливый спектакль. Принцип валеров, то есть градации одного цветового тона по светлоте, тут является определяющим многое, если не все. А внезапные цветосочетания вдруг оказываются свежими и правдивыми, будто заново проявленными из того, что давно примелькалось взгляду горожанина. В силуэтах, пятнах и линиях настоящее сияние стихотворной рифмы и невыдуманной театральной декорации. Тема рефрена особенно выпукло выступает там, где один и тот же сюжет в серийных работах решается нюансировками, при которых невольно вспомнишь, например, лондонские поиски живописных ноктюрнов Мане, хоть они и радикально иной природы. Шинкареву скорее приписывают наследование немногословной школе Альбера Марке. «Когда я рисую, я также озабочен газовым факелом, как и человеком. Это Марке». Условность силуэтов у Шинкарева одновременно максимально реалистична, но будто в каком-то ином поле отражений. Тишина задержанного мгновения удивительно многозвучна. Это реализм живого молчания, без лишних слов, без избыточной детализации, но многоговорящий тому, кто способен слышать откровения и в молчании. Здесь дотошно сохранено живое, при чистом, выверенном символизме увиденного. Вытертый мазок кисти, ее полусухой росчерк или текучая акварельная лессировка говорят будто бы о поспешности и необязательности, но в этой неаккуратности накоплена живая вязкая воздушность, которая обнимает собой город и его неприметных обитателей. Зыбкий неверный свет останавливается, замирает в том мгновении правды, которого не было до него и не будет после. Большие пятна цвета, массивы, глыбы цвета и паутинная музыка контуров, ткущих свою феноменологическую городскую цельность, сыграны совместно, тонко, соподчиненно. Композиция здесь не громкая, без лихости и эпатажности, но безупречная в своей удивительной честности и самодостаточности. Почему-то в голове невольно возникает слово «любовь». Без клятв, без биения разгоряченной груди, без прокламации верности, только тихая, упрямая преданность и способность говорить об этом почти не слышно, но проникновенно. Поразительна незамыленность этого взгляда, не устающего искать и способного рассказать о многослойном мире простых вещей, силуэтов и мимолетностей. Отрешенность этого несуетного взгляда сродни медитации. Она и зрителя увлекает в неспешное и очень доброе, именно любовное погружение. Для меня, не живописца, это кажется настолько чудесным и необъяснимым, что разгадывать движение кисти и рождение цвета не хочется. Хочется лишь погружать все свое внимание в эту удивительную таинственность простой красоты, которая вовсе не проста. Сдержанность тут не означает бессилие, напротив, поразительна эта могучая цельность высказывания. Тихая музыка, льющаяся с этих холстов, если только вы позволите себе минуты уединенного внимания, растворяет в себе мнимую мрачность этих картин. Оставляя только свет, удивительный свет удивительного пространства, своего личного Петербурга.